Весна 2021 года. Мы находимся на территории яхт-клуба «Водник». Русло Иртыша еще плотно забито льдом. В затонах рыбаки, как зимой, ловят рыбу со льда, не опасаясь провалиться. Но весна берет свое, и очень скоро все изменится. Лед растает, и у понтонов на воде закачаются яхты. Пока они стоят на берегу, укрыты на зиму и ждут своего часа. «2021 год для «Водника» – юбилейный. В этом году яхт-клубу «Водник» исполняется 70 лет. Вы только подумайте, какой это срок для человеческой жизни. 70 лет назад еще люди не полетели в космос. Не было микроволновок и сотовых телефонов. А клуб «Водник» уже объединял собой любителей парусного спорта и просто романтик. В этом небольшом фильме мы хотим рассказать вам, чем сегодня живет водно-спортивный клуб «Водник». Наступили теплые деньки. Жизнь идет своим чередом. «Водник» – это организация на самоуправление, самоукупаемости. Все, что здесь не делается, только делается… Общественная организация делается все на взносы членов яхт-клуба и по их инициативе. Перед началом сезона нужно обязательно хорошо подготовить лодку. Работы на яхте всегда много, особенно весной. Когда планируете спускать? Да после большого двухлетнего похода, 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы над фашистской Германией, фактически лодка осталась для ремонта 2 года. Поэтому сейчас надо дизель ремонтировать, нужно ревизию наводить всех агрегатов. Поэтому трудно сказать, как это получится. Ну, по крайней мере, в этом году мы будем на воде летом. А планы вообще какие на сезон есть? Ну, на сезон, походы с детьми здесь, по Омской области. Ну и участие в регатах. Сказать в этот юбилей. 70 лет яхт-клубу – это и много, и мало. Я пришел в яхт-клуб в 81-м. Это получается уже 40 лет. Привел сына заниматься в детской группе, а потом втянулся сам. И вот езжу с 2 пересадками, но все равно сюда. Это наш дом, это наш
ну, наверное, образ жизни. Что, когда планируете сбрасывать? Ну вот как вот это сделаю, так сброшу. Все? Ну, рассчитываю. Флот растет, прирастает новыми яхтами. Местоположение наше, ну, скажем, не лучшее, выживаем. Успехи наших яхтсменов пока скромные, но будем надеяться, молодежь приходит, она пойдет дальше, чем мы. Вот еще один член яхт-клуба. Это кот Мурзила. Он очень общительный, отлично влился в коллектив и занимает в нем свое место. Мурзила. Мурзи. Мурзила. То, что не под силу сделать одному человеку, можно сделать коллективом. В этом смысл таких организаций, как клуб «Водник». Большой процент у нас, конечно, ветеранов. Большой процент молодежи у нас с этим дефицит, не хватает. Но будем надеяться, что молодые кадры с детской спортивной школы все-таки нас не забудут и пополнят наши ряды. За эти годы много что здесь произошло, хорошего, плохого, но в основном было всегда хорошее. По одной простой причине здесь всегда хорошие люди. На хороших людях водники держатся. Я думаю, что он дальше будет держаться. Яхту привели в порядок. Все покрашено, подтянуто, закручено. Пришло время спустить лодку на воду. Thank you.
как проверить, насколько хороша твоя лодка? Насколько ты сам подготовлен, как яхтенный рулевой? Насколько готова команда? Какие необходимо внести коррективы? И вот, как итог всей проделанной работы, участие в гонке. Омская областная федерация парусного спорта проводит несколько гонок за сезон. В них участвуют спортсмены-парусники всех клубов города Омска. Обычное место старта – это Зеленый остров. После организационной части на берегу яхты выходят на стартовую позицию. С этого момента использовать моторы нельзя. Можно двигаться только под парусами. Яхты маневрируют, стараясь занять как можно более выгодное положение в момент старта. И вот над Иртышом разносится сигнал рынды, расположенный на судейском катере. Старт! Гонка началась. Яхты идут по течению, но в лавировку. В таких гонках иногда возникает нешуточная борьба. Наблюдать за парусной гонкой – одно удовольствие. Это очень динамично, здорово, да и просто красиво. Говорить о воднике, наверное, можно очень долго. 70 лет – это большой период в жизни. И такой же организации, как я, клуб «Водник», вспоминать очень долго. В двух словах сказать – это наша жизнь, мы здесь живем. И я думаю, что будем здесь встречать свою старость.
Шляпу снять не нужно? Не надо. А? Ну вот так. Не, лучше одень. Не, не. Да ну, я что-то... Торчит вы... все вот так. Вот так вот торчит все. Ну, если я сходил бы в парикмахерскую, сходил бы. И то шляпа не моя, ходока. Чуть назад. Ходока шляпа. Вот, чтобы глаза было видно. Все, видно? Пойдет.